В новом городке проживают 9124 человека. В теплое время года эта цифра существенно увеличивается за счет дачников. Последние полтора года местным жителям приходилось обращаться за медицинской помощью в соседние населенные пункты. Поселковая амбулатория была на ремонте. Работы планировалось завершить еще в прошлом году, но подрядчик подвел. Слишком халатно отнесся к выполнению своих обязательств. Был заменен подрядчик, выявили определенные недочеты, недостатки в качестве самих работ ремонтных, которые здесь проводились, заставили многое переделать. И вот сегодня можно констатировать тот факт, что работы на 100% завершены. Теперь здание амбулатории поселка как новое, заменены коммуникации и кровля, обновлен фасад, отремонтированы внутренние помещения. В медицинском учреждении появилось детское отделение с отдельным входом. Несколько лет назад жители тогда еще военного городка могли об этом только мечтать. Мы очень долго этого ждали. Но результат, который получился, он, в общем-то, оправдал, наверное, те сроки. По сравнению с тем, что было, оно действительно стало новым во всех отношениях, как и с эстетической точки зрения, так и с оформлением рабочих мест у наших медицинских работников. Вести прием в амбулатории будут 11 врачей, в том числе узкие специалисты, эндокринолог, стоматолог, гинеколог и другие. Начнут работу кабинеты УЗИ и ЭКГ. Сбор анализов будет осуществлять выездная лаборатория. Возможно, придется добавить каких-то специалистов дополнительно. Это уже вот Министерство здравоохранения отработает. Сегодня тоже звучали определенные по этому поводу вопросы. Что-то мы сделаем с маршрутизацией той крови, которая будет здесь забираться, и там часы приема и возврата этих анализов. Наверное, что-то придется докрутить с точки зрения приема каких-то врачей узкой специальности и того же УЗИ-аппарата. Ну вот, но это все уже такая текущая деятельность. Местные жители ход капитального ремонта держали под контролем и активно делились своими мыслями по улучшению работы амбулатории. Такое плодотворное сотрудничество районных властей и активных граждан принесло свой результат. То, о чем мы говорили, что здесь будет государственный аптечный киоск, тоже наши просьбы были услышаны и в дальнейшем будет оформлено. И самое хорошее еще, что у нас будет дневной стационар. Обновленная амбулатория заработала в тестовом режиме еще 10 декабря, за день до официального открытия. Ее плановая мощность – 120 посещений в смену. Но губернаторская программа на этом закончена не будет. Преобразование в бывшем военном городке продолжится.